Приветствую вас на канале Splay. Сегодня мы начинаем новое прохождение. Будем проходить Call of Duty, самую первую. Проходить будем на сложности ветеран. Итак, так, ну, капитан Фолли сейчас будет много-много говорить. Давайте по-быстрому тренировку пробежим. Посмотрим на плакаты. Подойдем к этому плакату. Идем дальше. Ты видишь, что цель отмечена как пройденная, а у тебя появилась новая цель. Хорошо. Да, да, я уже все знаю. Мартин, ну ты здесь, бедняк. Рад тебя видеть. Перепрыгивай, давай быстрей. Ну и что, ребят, давайте быстрее. Неплохо. А теперь ложись и ползи под этой колючей проволокой. Сержант, зарядить эти пулеметы. Всем лежать! Здесь лежит рядовой Белл. Он не прислонял голову. Вести на лестницу, рядовые! Быстрей, быстрей! Рядовой Мартин, тебе в эту дверь! Здорово, Моди. Так, ну это сейчас тоже будет долго что-то рассказывать. Давайте по-быстрому все возьмем, все выстрелим. 8, 9, 10, 15, 12. Хорошо, рядовой. Переходи к следующему этапу. Повернись налево, подойди к ограждению и сделай 2 выстрела по мишени. Теперь дважды прицельно выстрели по мишени. Прекрасно! Надеюсь, теперь тебе ясно, что ты с помощью прицела. Если у тебя не 3 руки, ты можешь одновременно нести только 2 оружия. Не считая гранат и того, что у тебя на поясном ремне. Сделай несколько шагов, одновременно целясь. Ты будешь двигаться несколько медленнее. В ближнем бою ты можешь ударить врага прикладом своего оружия. Это называется рукопашная. Попробуй этот прием со своим Томпсоном. Да не глазей по сторонам, малыш, здесь все взаправду. Взрывчатка обладает огромной огневой мощью. Отнесись к ней с уважением. Ей, знаешь ли, все равно... Как вот он туда залез, туда же люка нет. Обрати внимание на появление секундомера. На нем ты увидишь, сколько у тебя времени, чтобы убраться подальше. Если, конечно, ты не торопишься. Внимание, группа Бейкера. Дело серьезное. Операция «Оверлорд». Вторжение в Нормандию с воздуха и с моря. Час Ч. День Д. Морская пехота атакует 5 районов побережья под кодовыми названиями. Юта, Амаха, Золото, Джуна и Меч здесь, у побережья Нормандии. Районы Юта и Амаха будут атакованы 3 дивизиями наших пехотинцев. В это же время 2 британских и 1 канадская дивизия ударят по районам Золота, Джуна и Меч. Воздушный десант будет сброшен за 6 часов до часа Ч. До начала бомбардировок с воздуха и с моря. 6-я британская военно-воздушная дивизия высадится здесь. И в это же самое время 101-я и 82-я дивизии высадятся в этих районах. Устья реки Дус разделяют районы Юта и Амаха. Задача 101-й дивизии – занять все переправы через реку Дус, соединяющие районы Юта и Амаха, чтобы прикрыть с фланга район Юта. Эта большая дорога пролегает через весь Котантенский полуостров. В этом районе сосредоточено особенно много немецких войск. Когда они пойдут в контратаку, им придется идти по этой дороге. 101-я должна позаботиться о том, чтобы они не прошли. Группа Бейкера, то есть мы, будет находиться на этой дамбе. Разведчики, как, например, рядовой Мартин, будут высажены отдельно от основной группы и должны разместить на земле сигнальные огни, чтобы пометить зону приземления. Однако мы не можем знать, что произойдет, когда мы окажемся на земле. Так что я хочу, чтобы вы ознакомились со всеми целями каждого отделения 101-й и 82-й дивизий. Кроме того, я хочу, чтобы вы рассмотрели эти карты и фотографии и запомнили их. Мы высадимся за Атлантической стеной между несколькими немецкими гарнизонами. Нас ни в коем случае не должны обнаружить, пока до часа Ч не останется не больше нескольких часов.
Это и есть то, к чему нас готовили. Удачи! Так, ну вот наше первое задание. Мы будем играть за рядового Мартина. Нам нужно найти нашего напарника. Ага. Нет, нам это не надо. Блин. Наш напарник не пережил падение. Придется действовать в одиночку. Так, вот там у нас в бункере противник. Лови. Привет. О! Напомню, что мы играем на ветеране. А здесь... Прикол в том, что здесь нет аптечек. Сейчас начнется высадка нашего десанта. А, ну и помимо того, что нет аптечек... Убивать нас будут с одного или двух выстрелов. Так что действовать придется осторожно. Блин, коцнули уже разок. Один выстрел, и мы покойники. А что стал-то? А теперь бежим, пошли! Надеюсь, сейчас нам здоровье-то восполнит. Ребята, надо двигаться. По моей команде. Да, здоровье восполнено.
тот броневик — это вообще опасная вещь. Пипец, просрал здоровье в самом начале. Устанавливаем огневую точку. Мартин, тебе левый фланг. Странно, обычно там за забором еще может стоять. Ты гад, сзади хотел пробраться. Блин, вот в окна здесь нельзя залазить. Кто тут пулемет нам мешает пройти? Больше не мешает. Мар,
Мартин, бери взрывчатку и разберись с этим чертовым танком! Мне нравится, как в первой части взрывы сделаны. Лучше, чем в United Offensive. Так, а вот здесь сейчас будет... будет жестко. Блин, плохо, здесь нет спринта. Угол. Ну-ка, дай-ка свою. Мне нужно твое оружие. Идиот. Группа, огневая точка в этом пункте. Ну что стали? Это я что ли его убил? Да, понятно. Один патрон. Слушайте внимательно. Мы будем удерживать это место, пока не подойдет подкрепление. Так что наша работа только начинается. Для тех из вас, кто впервые участвует в операции, добро пожаловать в ад. Для тех, кто уже кое-что повидал, верьте мне, ребята, вы еще пороху не нюхали. Мы расставим эти немецкие пулеметы по периметру. Стойте на посту. И не забывайте о своих товарищах. Хорошо вам поработать. Так, прячемся.
Ладно, у миномета случился перерыв. Джонсон, пойди взгляни. Блин, они убили его. Ладно, Мартин. Так. Идут с востока. Сзади. Ай, побежать бы. Джексон Бейкер, за мной! Блин, в него фиг попадешь. Понятно, что нельзя. Свой. Есть. Так, возьмем еще один портал, потому что будет еще танк. Пулемет вообще не греется. Берем патронов маленько. Ну, хоть что-то. Блин, миномет.
чуть танк. Йо. Вот это подарочек. Главный выстрел, Марк. Так, нам нужно обратно. Ой, откуда он пришел? Давайте, ребята, мочите его. Группа! Огневая точка в этом пункте! Давай, вперед! Напугал. Блин, а вот тут пулеметчики. Сэр, мы только что засекли немецкую мотопехоту на юге. Думаю, мы должны быстро заняться ими. Понятное дело. Так, ребятки, приготовьтесь использовать все. Наперишь там собака. Так, идет вперед. Привет. Пока. Кататься поедем. Мартин, сюда! Забирайся в машину! Хорошо, капитан. Допустим, мы вернемся в батальон на этой передвижной мусорке. И что я им скажу? Да это лично майору Шепарду. Скажи ему, что группа Шепарду удерживает город, но не сможет делать это долго, если нам не помогут. Понял, сержант? Да, сэр. Разумеется. А мимо врагов мы проедем во французской консервной банке. Нарисовать на ней мишень, сэр. По-моему, в этом нет необходимости, сержант. Так что, если у тебя нет идеи получше или работающей рации, действуй. Удачи тебе. Ну и ну, ребята, я уж и не верил, что мы справимся. Ну, конечно, особенно если ты уже отрастил крылья и собираешься туда полететь. Там же всего 6 миль, рядовой. Заткнись и займись делом. Блин, нам придется проехать через самое пекло. Да нафиг выглядывает. Выгляни из окна. Сейчас. Ага, вот и немецкий КПП. Ну что теперь? Да, не знаю. Может попробовать через стрелять или попробовать?
Спиго! Какого дьявола ты делаешь, сержант? Я не знаю. Надеюсь, это спокойно. Попади в него! Ну как? Ты даже прыгать не могу. Куда едешь? Твою мать, не старт. Патроны кончаются. Да ну нафиг. Попади в него! Ну же! Ну! В смысле попади? С автомата что ли стрелять? Там тупой. Просто тупой. Ладно, напомни мне поблагодарить капитана. Заткнись отсюда и вымет... Ну же, Мартин, давай, давай! Ты что, забыл? Ты сам вызвался! Еще есть желающие. Еще есть. Да ладно. Пойдем потихоньку. Прикройте меня! Здесь можно пройти? Нельзя. Спрятался он там. Элдер, ты хоть машину только угнал? Только когда мне понадобится, сержант. Так, вот это наш новый машина. Мартин, оп, прикрой его! Элдер, поторапливайся, мать твою! Слушай, сержант, я как раз обещаю. Сейчас занят, так что ты уж сам. Есть! Есть! Да не стой где-то на меня! Машина! Парни, прикрой нас! Парни, забирайся в машину! Вытащи нас отсюда! Уже, Элдер, быстрее! Давай!
танк. Почему была эта фраза? Я пойду доложу майору Шепарду и получу новые распоряжения. Пока можешь расслабиться, только никуда не уходи. Ладно, ладно, сержант. Какого черта я еще могу сделать? Ну а на этом предлагаю передохнуть, а продолжим в следующий раз. Увидимся на канале Splay. Пока.